Маршал авиации товарищ Новиков вручил американские ордена и медали награжденным. Крест за боевые заслуги генерал-майору авиации товарищу Антошкину. Медаль за боевые заслуги вручается гвардии майору, герою Советского Союза товарищу Покрышкину. Младшему лейтенанту товарищу Архангельскому. Старшему сержанту товарищу Полякову. Советские воины награждены президентом Соединенных Штатов Америки за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с общим врагом Америки и Советского Союза, гитлеровской Германией. Прибывшая в Москву делегация британских трейд-юнионов посетила выставку образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941-43 годах. Генеральный секретарь британских трейд-юнионов товарищ Ситрин, члены Генерального совета трейд-юнионов товарищи Гаррисон и Конлей, секретарь делегации товарищ Федер. Большим интересом осматривали гости образцы трофеев, захваченных Красной Армией. На Петровско-Кобелевских разработках для добычи торфа применяются мощные гидромониторы. Торфяная масса тщательно очищается от сора и через специальную машину разливается по полям для просушки. Через 10-15 дней на поля выходят уборочные бригады. Коллектив Петровско-Кобелевских разработок занял первое место во всесоюзном социалистическом соревновании торфяников. Ему присуждено знамя Государственного комитета обороны. Новые автомашины-амфибии проходят испытания. Они предназначены для разведывательных отрядов американских моторизованных дивизий. Управление амфибией на воде ничем не отличается от управления на суше. Командир снайперской роты лейтенант Сигерин, неутомимый воспитатель молодых фронтовиков. Сам отличный стрелок, истребивший 76 немцев, он учит бойцов всем тонкостям снайперского дела. Лейтенант Сигерин – бывалый солдат, участник трех войн. В прошлую мировую войну он награжден тремя Георгиями. С первых дней Отечественной войны Сикерин на фронте. Славный русский воин, за доблесть и геройство награжден тремя боевыми орденами и медалью за отвагу. Крепко уважает бойцы своего командира, любит за веселую шутку, ценит за воинский опыт. В часы затишья
На батарее любят послушать Бориса Ивановича Шахабуденова. Он тоже участник трех войн. В гражданскую войну ему довелось сражаться под командой самого Чапаева. В 1918 год. В центре фотографии Василий Иванович Чапаев. Слева ординарец Петька, а справа 20-летний Борис Шахабуденов. Сегодня, как и 25 лет назад, стойко по-чапаевски защищает родину ветеран-красногвардеец, ныне сержант-минометчик Шахабуденов. Разведчики Энской гвардейской части, проникнув в тыл немцам, передают по радио свои наблюдения полевой радиостанции, укрытой в густой ржи недалеко от переднего края. Командир разведгруппы товарищ Лебедев для проверки дублирует свое донесение шифровкой. Ее доставит в часть связная овчарка Джуль. По данным разведки, намечено место прорыва. Отвлекая внимание врага, открыли огонь минометчики. Вперед саперы старшего сержанта Пилипейко. Им приказано разминировать подступы к немецкой оборонительной полосе. Путь пехоте расчищен. Днем противника гвардейцы форсируют реку. Передовые группы достигли берега. Впереди занятая немцами деревня У. Бойцы ворвались в деревню. Вражеский гарнизон истреблен, часть его взята в плен.